Ха-ха, попсивуха. Не так ли? Возможно. Видели, какой я в Оренбурге? Я такой даже не знаю. Ну так это герб Оренбурга. Современный еще с 18 века. Представляете? Даже не представляю. Да я просто в шоке, если честно. Вот еще, кстати, герб Орска недалеко пошел. Но это он официально... Так, блин, куда? Неофициально учрежден был. Но тоже был вот сейчас. О. И что дальше? Ну типа... Мистика, да? Это реально мистика. Или вы не согласны? Я не пойму, почему тебя это волнует? Как-то грустно вздохнули. Что-то вас это вообще никак-то не задело. Совершенно не волнуют вещи, которые происходят в твоей стране. Что? Совершенно не волнует вещи, которые происходят в его стране? Привет. Здорово. О чем общаешься? А, о чем общаешься? Вот видос. Не видос, точнее, а картиночка. Во. Знаешь, что это такое? Mm-mm. Это флаг какой-то. Герб Оренбурга. Может быть, и что. А вот смотри, еще один герб Орска. Так, и что? Вот спрашиваю, что общего вот этих двух гербов? Синяя полоска, наверное. Да, и что она обозначает, по вашему мнению? Понятия не знаю, море какое-нибудь, нет, ну, море. Река, ну, наверное, какая-нибудь. Ну, что-то вот такое, да? Ну, похоже на реку что-то. Да. Вот слушайте, предки о чем-то знали или что? Догадывались о чем-то? О чем? Я просто не понимаю, к чему идет речь. Ну вы новости как бы свои там мониторите, смотрите. Какие? Ну по Оренбургу, по Орску. Дамбу прорвало, затопило. Вот точно так же, как на этих гербах. Не знаю, вот этот, не слышал. Вот этот орел тонет. Он вот где-то вот так дома там и находится на таком уровне. Не вот. Знаю, не слышал. Как это не... Да вы что гоните? Это ж новости... Не знаю. Уже неделю идут. Я как-то не особо интересуюсь. Неинтересно, да вам. Пофиг, что там это в Оренбурге. А вы с какого города? Я с Орла. С Орла. Ну да, далековато получается. Зачем оно вам надо? Согласен. Ясненько. У вас, может, какие-то вопросы есть? Я так понимаю, за политику общаетесь? Это, ну, как-то уже скучно. Да нет, я за историю общаюсь. Я же вам показал исторические эти... Ну, вы же не просто так, житель, я так понимаю, Украины, судя по вашему вот этому вот окружению. И пытаетесь меня как-то вывести на эмоции, на что-то еще. Ну, причем здесь эмоции? Это не знаю. Это просто... Да при всем... Ерб, смотрите, это просто ерб 1736 года вроде. Угу. Ну, он до сих пор, допустим, естественно, сохраняется. Так. Он до сих пор... И что? Что просто, понимаете, как мистика какая-то, что... Это из серии материализация, Симпсонов просто. Материализация. Из серии Симпсонов или из серии там еще какой-нибудь там фигни. Смотрите, точно в цветах Симпсонов. Точно, вы угадали. Симпсоны что же желтые. Не факт. Ну да, Симпсоны желтые. Ну вот, вот из этой истории. То, вот. Что там, что и про Трампа, и еще про кого-то там было. Видите. История, то есть, ну. Видите, герб этот симпсоновский получается. Я вообще-то, знаете что? Я вот, если брать исторические темы, я вот недавно увидел работу Петра Рычкова, российского историка, одного из первых, кстати, историков этого южного, насколько я помню, Урала. У него есть такая история, называется «История Оренбургская». Написана. Я не знаток истории, если что, сразу же скажу. Так я же вас спросил. У вас-то какие вопросы? Вы не знаток ни истории, ни политика, вам тоже не интересно, ничего. А что же вам тогда интересно? Ну, технологии. Точнее, электротехника, к примеру. Я специалист в электротехнике.
Скажите, если у вас есть какие-то в России технологии, о чем можно общаться в России по технологиях? Технологии он на Западе. Технолог ты наш. Что-то не хочется, да, общаться за политику. Это ваша политика. Москвич, он с Москвы, ни с какого не Льва. Боет он все. Ну неужели, ё-моё? Это что-то странное. А что тут странного? Это все. Тем, что у меня, тем, что у меня вышиванка получше твоей. Ну, наверное, да. Вышиванка? Что обозначает твоя вышиванка? Обережный символ. От чего? Славянский. От чего? Что, чего? Ну, чего, для чего он вообще одевали вышиванки? Это символ обережный у восточнославянских племен использовался. От чего обережный это, этот символ? Этот алатырь называется. Можешь забить, алатырь называется. Вот такие вот обережные. От чего он защищен? То же самое, что и у тебя. Не считалось от символом чего благополучия. Благополучие оберегало от злых духов. Ну, это поверье славянское. Угу. Хорошо. А зачем вы ее одели? Вот, собственно. Затем же, зачем же и вы ее одели? Вы знаете, почему я ее одел? Да. Почему? Не, ну почему? Потому что люди, живущие на Украине, почему-то решили, что они монополизировали права на вышитую одежду, назвав ее это своим культурным кодом. Даже здесь русские, вот как-то их поджало, да, их поджало, что вот украинцы, там украинцы, вот у нас все, всю нашу великая Русь, нашу всю забрали. Вышитая рубаха – это не только Украина. Так почему я ее одел, я так и не понял. Вы сказали, что знаете. Ну, я же и говорю, потому что украинец. Я одел, почему ее? А каждый украинец стремится подчеркнуть свою принадлежность. Не говорите, не говорите то, про что вы не знаете ничего. Я вам рекомендую. Ну ладно. В 19 веке, кстати говоря, активно внедрялась в украинскую культуру, возвращались вышитые рубахи. Тем самым они хотели подчеркнуть свою идентичность. Внедрялись. Австрийский генштаб подвез там КамАЗ этих на повозке с лошадьми, подвез эти вышиванки. Как? Одевайтесь. Ну, быстро. Нужно внедрять. Нужно внедрять. Ну, вы же понимаете, что это культурные традиции. Никто там ничто не внедрял. Это просто люди носили веками, понимаете? Внедрять это веками искусственно, они у нас носили искусственно, веками. Искусственно насаживать, внедрять. А тут говорится за то, что это традиции вековые. Первые вы можете вот такие вышитые хорошо, всякие в таком, костюмы. Там хорошо, украинцы были в 17 веке. Не было. В 16-м были, не конечно. Было. В 15-м были, конечно, я же вам говорю. Да не было. Такого народа, как украинцы, не было. Вам в КВН надо сходить поучаствовать. Вам вас получается. Да, и там сказать, Володя Зеленский уже был там в КВН. Почитайте, я вам рекомендую. Говорил там про ДНР. Я вам рекомендую очень сильно почитать. Эту президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина или публичную историческую библиотеку России, почитать акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, и там тонны писем гетьманов украинских, где они упоминают украинский народ в 1657 году, в 1658, 59, так дальше. Данных 17 век. Они все уже разобраны историками, эти письма. И, собственно говоря, упоминание Украины какими? Относится к топонимам. Какими историками? Возьмем стоп-контент. Стоп-контент. Какими историками? Можем имперских взять. Нет, одного историка назовите мне. Можем взять. Одного историка назовите Давайте мне. Начнем.
Советских, с Рыбакова начнем. Фамилия. Рыбаков в какой статье, либо в какой работе он опроверг эти... Что там, он разобрал эти письма? Давайте. Нет, он не опроверг, собственно... Так в смысле? Вы только что мне сказали, что он разобрал. Ну, там, в какой статье? В какой статье? Как... Не перебивайте, когда я говорю, я вас прошу. Давайте общаться культурно, адекватно. Если вы... У вас сильная позиция, мы сможем с вами спокойно пообщаться, согласны? Спокойно вообще. Все, давайте тогда. В какой статье Рыбакова? Русь, Киевское княжество, Русь, там, 9-11 века. И причем здесь 17 век, письма этих украинских гетьманов. Потом, по поводу писем украинских гетьманов, куча статей в интернете есть. Историка, назовите мне, который эти письма разобрал, там что-то рассказал. Есть современный историк наш, Федор Гайда, допустим. В какой статье он разобрал письмо Брюховецкого за 1668 год, в котором упоминается украинский народ, украинцы, московщина, московиты и так дальше? Упоминается там десятки московский раз. Народ, в смысле территориальной принадлежности. Упоминается там какой и украинский статье? Народ, в смысле территориальной... Слушайте, ну давайте общаться, я вам задал четкий вопрос. Не нужно мне вот это ля-ля-ля, статьи, миллион статей, что-то я ни одной не услышал. Статью мне вашего вот этого историка, в которой он разобрал письмо Брюховецкого 68-го года, либо посольство Богдана Хмельницкого 1657 года, где упоминаются украинцы, либо Самойловича «Универсал», в котором в 1675 году упоминается украинский народ, либо, например, еще Фридриха Христиана Вебера, который в 1716 году упоминает украинцев. Где, в какой статье он это разобрал? Кто упоминает украинцев в 1716 году? Фридрих Христиан Вебер. И что он там упоминает? Он упоминает то, что, февраль 1716 год, поляки, украинцы и россияне в разных классах гуманитарной науки изучают, и священники – прекрасные умные люди. Работа его называется «Это изменило Россию», в которой действующая конституция духа и светского полка военного государства на суше и на воде. Страница 136. Если вас интересует, кто это такой, это ганноверский резидент при российском дворе в царствование Петра Великого. Автор записок о состоянии России, охватывающих 1714-19 года. Преображенной России, да? Приложение Петербурге, относящееся к этому замечанию. Еще упоминает Филипп Йоган Таберт, еще упоминает Ансельм Дессинг, еще Николай Габриэль Леклерк, издание Мюнхен Цайтунг, Самуэль Георг Гмелин, топографическое описание Харьковской губернии. Они упоминают не в этническом смысле, а в территориальном смысле, потому что... Потому что слетела, потому что я слетела, потому что отдел вышиванку ни черта про нее не знает. Говорит за украинцев, ни черта про них не знает. Куча статей ни одной не знает. Приводит рандомных историков, которых он где-то слышал. Вот Рыбакова, откуда он услышал? Это, скорее всего, от наших же украинских блогеров. Не знает, то есть, какой Рыбаков, как он мог писать за гетьманом, там, за их письма? Он по Руси там в основном все пишет. Гайду какой, Гайда, да, привел он пример. Нет у него статьи по этих письмах. Ну, то есть, это чисто я вот, чем занимаются все вот эти, это, так понимаю, какой-то псевдоблогер начинающий. Чем они занимаются? Сплошным балабольством. Уже полтора года я показываю этих украинцев, а оно, ну, это секта. Я бы назвал это просто сектой, знаете, таких псевдоинтеллектуалов, которые говорят... Вещи, которые абсолютно не относятся к реальности, это альтернативщики. Альтернативная история приобрела новый смысл в России. Она теперь занимается попытками дискредитировать, как-то там снивелировать, сказать, что украинцев не было, какие-то там топонимы, но четко мы видим, расписано четко по полочкам, что они относятся к касте украинского народа. Украинский народ – это тот самый украинский народ. Мы понимаем, что это люди. Это живые люди, а не топонимы. Какие топонимы? Что ты говоришь, Господи ты Боже мой? Ну вот это постоянная дискредитация, Господи. А вот правильно он за вышиванку сказал, почему он ее одел? Потому что у него уже горит от того, что украинцы
настоящие славяне, а эти непонятно что. Там оно не относится ни к какой группе, ни к славянам, ни к финнам, ни к чему. Это просто перемешанные сущие, которые, ну, просто я не знаю, к какой их касте вообще относить на самом-то деле. Какие-то предки финно-угорские, перемешанные с тюркскими, там, какие-то другие элементы в них присутствуют. Но все это выходит в конечном итоге какой-то каламбур. Ты этот пророк, я не знаю. Мухаммед. Я так и подумала. Как дела, дружище? Спасибо, ЗСУ, все хорошо. ЗСУ? За что? За то, что за этот, как на вашем, защищает нас. Вот. Кто, мы не поняли. Кажу, говори спасибо ЗСУ, что у меня все хорошо. Вот так я ответил. СУ, типа, да? ЗСУ. Збройні сили України. Окей. А ты откуда? Киев, столица. Ну, тоже просто из Киева, спасибо. С какого района? С какого района? Ага, з Києва, Ані. З Москви, як обично. Один твій лайк – це 10 нових глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм, український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в Телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу, використаного у відео. Слава Україні!